сегодня из дома Башняка 10 вышли два существа, предположительно принадлежности к женскому гендеру. И не обращая внимания на установленный контейнер для ТБО, вообще не обращая внимания, просто вот так вот походя, проходя около дома, просто швырнули два пакета с мусором. Вот видите, формируя стихийную свалку. И после этого, как вас назвать? Вы люди или свиньи? Свиньями назвать можно с большим, в общем-то, с очень большой натяжкой, потому что свиньи испражняются в одном месте, кушают в другом месте, а спят в абсолютно другом месте. Они делят свою стайку по определенным зонам. Еда, туалет и отдых. Таким образом, вопрос меняется. После вот этих действий вы кто? Вы люди или...